Tomat. Она сделана из малины. Это какой-то кай. Он из железа. Ну и можно блинчики играть. Вы знаете, блинчики типа вот так. Да. Я думаю, что уже металлическое мыло нужно, чтобы не выскальзывало, как обычно. Металлическое не бывает. Бывает. Так просто. Вот это вот духи. Надо аккуратно ему тушиться, чтобы никто не ловит. Чтобы слушать музыку в телефоне. На шапку похоже. А вот это на крючке. На мультике. Читала про это в журнале. Я хочу себе надеть на футболку, будет красивее. Можно? А мне чуть-чуть. Это яблоко, но не настоящее. А давай попробуем. Это яблочко, чтобы делать яичницу там, сюда. Или яблоки жарить. Я думаю, это такая расческа, чтобы лучше причесывать. Чтобы руки разбирать. Это зубочистка. Ей нужно зубы чистить. Вот так. Вот так. Вот взять вот так. Вот так. Вот так. Вот это вот нужно для того, чтобы румянами краситься. Сразу ты будешь арсидомный. Чтобы ловить, когда играешь в футбол, можно ловить вот этими перчатками. Это еще, чтобы в огороде копать. Может, перчатки на футболе можно в кепочке доставать из духовки. У меня лосьон. Мне не кажется, чтобы типа снять там носки и прям нажимать ногами сюда. Это штука для пальчиков, чтобы засовывать. Колонна. У меня дома есть колонна, это не колонна. Сложное задание какое-то. Чтобы брызгать на волосы, а потом было его и расчесывать. А вода это хорошо пахнет. Она наливается вдоль ухи, и туда мужчина насыпает блестки. И получаются такие красивые духи. Это пшикалка, чтобы вкусно под мышки пахнет. Добавляют фрукты, мыло. Ну, пошли. Я вот сегодня надухарился.
надо начинать краситься, когда ты уже взрослая. 40.